Здравствуйте, мои дорогие любимые зрители. С вами Регина из Италии, из прекраснейшей Флоренции. И сегодня я в Барберино ди Моджелло сделаю вам обзор в Палине. Постараюсь сделать обзор побыстрее, потому что времени у меня осталось мало. Но прежде чем, как вы начнете обзор, я прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, так как все, что я снимаю, я публикую, конечно, сначала на телеграм, а потом уже на YouTube-канал. Если вы покупатель, для вас это будет очень удобно. Еще хочу вас предупредить, что мошенники дублируют мой телеграм-канал, и поэтому по поводу заказов обращайтесь только на WhatsApp. Номер WhatsApp вы найдете в описании под видео, либо в закрепленном комментарии. Ну, сейчас давайте начнем уже. Так, мы зашли, я буду проходить и показывать вам все, что я вижу. Это уже, видите, да, вторая цена, это цена аутлета. И такие же бирки. Продукция из натуральной кожи. Подошва облегченная. 171. Что я вижу, то показываю. Такие вот шапочки. 62 евро. процент шерсть, висков 28, мех натуральный, барсетка, классная. Евро. И 39. Вот такая вот сумка. Хочу сказать, что некоторые сумки есть не из натуральной кожи, поэтому имейте в виду. Вот в данный момент вот этот рюкзак из натуральной кожи, а вот эта сумка я сейчас буду смотреть. Не из натуральной кожи, 111 евро. Но она прикольная, красивая. Вижу вот такие вот полусапожки. Цены не вижу, но если что, спрашивайте. А может быть сейчас я увижу и не на витрине, а уже внутри магазина. Посмотрим. Натуральная кожа. И вот такие вот ручки. Давайте продолжим. Вот такая вот сумка. Мешковидная, мягкая. Есть также бандон, цвет и в черном. Лакированная. Бордовый цвет. Красивые шапочки и шарф. 21 евро шапка. И 41 евро шарф. Симпатичный комплект. Также есть синего цвета. Это уже идет другая модель. Цена 189 евро. Все, проходим дальше. Коричневый и черный цвет. Легкие, потому что подошва облегченная. Такая зернистая кожа, модель очень красивая. Есть молния. 228 евро, 350 они стоили. Это цена аутлета.
254. А, лакированные вот такие. Полностью внутри кожи. И вот такие вот тоже лакированные. Еще шапочку. 24 евро. 46. Синий цвет, очень красивый комплект. Замшевый, коричневый и синий цвет. Здесь идет под замш, это идет материал, такие они длинные, 205 евро, и вот такие кожаные, видите, как они будут красиво облегать ножку, нету замков, но потому что здесь идет кожа такая эластичная, прям резинка, ну, из кожи сделана. Кожа, видите, 249 евро. €198, такая шоколадная сумка. И вот такая вот большая сумка, коричневая, зернистая кожа. 224 евро. Добротная, хорошая сумка кожаная. Это другая модель. И также есть черная. Такая вот сумочка бежевая и черная. 179. Вот такие удлиненные, черные и бежевые. 247. Очень красивый. Натуральная кожа. Мех только на воротнике. 319 евро, 490 на стоимость. Также есть черного цвета. Идет длинненькая, черная и шоколадная. Давайте я вам покажу в зеркало, чтобы вы понимали. Это темный шоколадный цвет. И также есть черный цвет. Натуральная кожа. 245 евро, 590 на стоимость. €185. €230. Это облегченная подошва. €234. Здесь тоже подошва облегченная. И черная, и пыльная роза, ну такие, видите, да, цвет. Резиновая подошва, коричневая и черная. Замочек внутри есть. Подошва резиновая, 239. Вот такие сумочки красивые появились. 247 евро, натуральная кожа. Очень смотрится элегантно. Смотрите, как открывается. Здесь магнитики. Очень плотно они закрывают. И здесь также внутри раз, отдел два и замочек. Но я уже вам показала. Черный и бежевый цвет.
209 евро. Черные и темно-темно-синие. Очень высокого качества. 205 евро. Темно-шоколадные. Три отделения. 133 евро. И также есть черная. Такие красивые. 185. 176. Облегченная подошва. Вот здесь в данный момент. Здесь тоже облегченная подошва. Ну, специально так материал сделан. И также черная. 328 евро. Также есть кожаные курточки женские. Это вот видите кожаное пальто. Я вам показала, но вот видите, вот так вот здесь представлено. Это женское, это мужское. Такие вот красивые сумки. Тоже зернистая кожа, бордовый и черный цвет. Кожа натуральная. 228 евро. Внутри закрывается на молнии и еще по бокам два отделения. Размер достаточно большой, средний. Темно-синий и черный. И бежевый. Очень красивые сумки. Такая же модель. Темно-синий и черный цвет. 228 евро. Кожа комбинированная с текстилем. Очень красиво смотрится. 156 евро. Кожа смешивается. Вот такие красивые тут сапожки. Смотрится очень красиво. 273 евро. Здесь подошва облегченная, 239, и вот такие темно-шоколадные, 239 евро, 176, цена не указана. Буду ориентироваться вот на эту. Здесь коробка стоит. Интересно. 306 евро. Очень мягкая кожа.
пыльной розы. Здесь 69, замочек до середины, темно-шоколадный и черный. Такие коричневые и черные. 218. Сумка тоже красивая, мягкая. Каблук высокий. И такие же коричневые, черные. Цена точно такая же. Под рептилии вот такие туфельки коричневые, черные. И также черного цвета, такая же сумка, как коричневая. Очень мягкая. И шоколадный цвет. Замочек тоже есть внутри. Тоже мягкая. Красивая модель. Это другая модель, хорошее качество. Цена не указана.
Bye.